Лидер армянских сепаратистов Карабаха Араик Арусунян заявил, что итоги 44-дневной Карабахской войны для него были ясны еще в начале войны. Однако политические силы в Армении не смогли достичь консенсуса по скорейшему прекращению боевых действий, передает канал 13 со ссылкой на спутник Армения. По его словам, еще в начале октября 2020 года ему было ясно, что война закончится поражением армянской стороны. Однако в те дни многие политические силы в Армении считали прекращение войны предательством. В целом, говоря об основных причинах поражения, он отметил, что после майского перемирия 1994 года военно-политическое руководство Армении так и не извлекло нужных уроков из мирового опыта. Имея преимущество на переговорах, власти тогда не смогли добиться благоприятных решений, считает Арутюнян. Глава армянских сепаратистов также отметил необходимость дальнейшего усиления сотрудничества с Россией, обращая внимание на то обстоятельство, что Турция не собирается уходить из этого региона.